Открытого первенства города Сочи по дзюдо определились победители и призеры. Весовой категории до 40 кг. Призерками стали второе место Зависина Алина, первое место Коновалова Алексей и серебряный призер чемпионата мира по самбо. Весовой категории до 44 кг. Первое место заняла Михенкова Инна, второе место заняла Авдеева Алина. Награждение проводит Скрябина Станислав, мастер спорта международного класса, серебряный призер чемпионата России. Весовой категории до 57 кг. Третье место заняла Мартычан Тамара. Второе место Ремезова Юлия. Первое место Борцова Василиса. Спасибо. Весовой категории до 63 кг девушек. Первое место заняла Барсьян Алина. Второе место заняла Зименкова Вероника. Награждение проходит Мурана Басан, заслуженный мастер спорта, чемпион Европы по самбо. Спасибо. Весовой категории до 34 кг. Среди юношей 2004-2005 годов рождения. Третье место занял Авжан Артур, Торкиш Кирилл. Второе место занял Григорий Роман. Первое место данной весовой категории занял Папаян Александр. Thank you.
Спасибо, ребята. Дальнейшее награждение проводит Сергей Станислав, мастер спорта международного класса, серебряный призер чемпионата России. Весовой категории до 73 килограмм. Второе место занял Костян Сергей. Первое место занял Титов Иван. Первое место.
все. Спасибо, ребята. Да, можно и, ну и, конечно же, пожелать на чемпионате мира показать самый наивысший результат. Спасибо вам.